Че, пойдем пошушукаемся. Да. Поднимаем игру, поднимаем! Идем, Артур, серый, переход, переход еще, ближе. От, вот ему чтоб не дали, да. Может, я что не знаю, но... Цыпа, один раз вот здесь окажитесь, чтоб... Мы даже не пытаемся! Закрыть, цыпа. Да, да, серый, ближе! На ногах стой, не фалите! Думай! Диагональ! Уже! Надо заходить. Кроме ног есть и голова. Потому что иногда пешком можно дойти до той позиции, в которой легче не входить. Мы оказались спиной. Прихват. Мы почему-то назад отдали. Потом. Почему первый день, который нельзя развернуться, вот здесь будет здесь. Нужна активность на этих мячах. Активность на игре. Полезьте на этот мяч! Не было холода? Не холода? Куда-то в диагональ пошел, а ты под него в опорную, ну вот сюда вот открываешься глубоко. У нас обязательно кто-то из вас должен быть штрафной. У нас фактически два нападающих должны быть, ну просто вот второй нападающий. Нельзя там без игрока оставаться. Если у них
глубоко к защитникам играют опорники, один из вас должен быть повыше, но полупозиции. Можно прям рядом не быть, но мы поддавливать должны вот таким расстоянием, которое уже не позволит им так свободно начать игру. Все, давай, пошли. Хорош, Никита, молодец. Кабы, что за форма одежды? Спасибо большое, получили истинное удовольствие от вашей игры. Да. Не могу ответить за эмоции по нашей игре. Для нас такое это счастье. Ну, еще лучше. Сюда, Саша.